Дорогие друзья, добрый вам вечер. Мы вас очень рады видеть в клубе Алексея Козлова. Спасибо, что приехали. Такой уютный зимний денек. Для вас две авторские программы мы сегодня объединяем одну. Первая композиция называется «Crazy Weather» – «Сумасшедшая погодка». Помните, что творилось летом, потом осенью? Что с погодой? Что с ней случилось? Почему она так себя ведет? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Очень приятно чувствовать вашу искреннюю поддержку. Это ощущение ни с чем невозможно спутать. Это здорово, здорово. Сейчас, дорогие друзья, впервые в нашем трио. Впервые в нашем трио мы сыграем новую композицию. Она называется «Spanish Element». Такие испанские сны, фантазии.
Большое спасибо, дорогие друзья. Большое спасибо. Мы продолжаем. И следующая композиция называется «Piano Girl».
Большое спасибо, дорогие друзья. Большое спасибо. Мы продолжаем. И это пока что у нас идет еще программа «Городских грез». Но почему такое название? Потому что в современном городе все сосредоточено. Мы с вами отражаем то, как живем, то, как чувствуем. И в музыке это все тоже идет своим языком, музыкальным. Сол Куба, я думаю, что сейчас услышите, и будет понятно, почему такое название. Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья. Ох ты, Господи. Сейчас мы переходим к другой программе, которая называется «Песни русского севера». И я сейчас такую небольшую лирическую паузу я задам чуть-чуть для вас. Сыграю сольно. Эта программа, дорогие друзья, она была сделана на исследование, на впечатление именно от настоящих экспедиционных фольклорных записей, которые, к счастью, можно услышать на сайте культуры. Это очень хорошо, что мы можем прикоснуться к такому богатству нашему национальному, фольклорному. Ну, и сейчас вам сыграю лесовую, которая называется «Батюшка». Бабой, батюшка, не богатая, не величка, купила мне батюшки новые черевички. Черевички скрипят, да ребята глядят, ай-хай вам, ребята, да на пересаду, а да что мои черевички подписаны заду. Ой, душ, пойдешь, наварила баба груш, сама села, попоила, деду юшки дала, деду юшки попила, бабки крюшку набила, эх-а, их-а, ой, кум, кумират, повел куму винограда, ешь, кума виноград, я душе твоей рад, ох, лед трящий, да вода плящий, а то кум да кумыщи бока тащи. Ой, бей, отца, не боюсь отца, боюсь мужа дурака на колоте бока. Рассыпся горох на 12 дорог, да на бурики, на зюрики, на черный я лег. Их-ха, их-ха. Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья. Сейчас будет такое вступление к следующей композиции, которая называется композиция песни, которая называется «Гуляние в Оленью». Это хороводная с деревни Заборье, как раз где дедушка мой родился. Эта деревня, она была близко к лесу. Человек 40 жило, дальше лес. Сыграю к нему небольшое вступление. Thank you.
Огромное спасибо, дорогие друзья. Большое спасибо. Мы продолжаем играть песни из программы «Песни русского севера», потому что тогда надо называть песни, а не композиции. И сейчас для вас прозвучит. Да, большая просьба поаплодировать нашему прекрасному концертному режиссеру. Слава, большое спасибо. Скромный работяга, который на самом деле делает великие дела у нас с сейчас мы сыграем «Заячка с посеночком», «Гуляй, так и гуляй». Это хороводная игровая деревня Фоминская. Thank you.
Дорогие друзья, Виктор Шестак, контрабас, Вартан Бабаян на барабане. Анна Королева. Ну вот, и еще такая русская афробитная. What good people have been to do? Can you do?